первый день весны хочется порадовать себя чем-то вкусным и полезным. Особенно сложно устоять перед дальневосточными деликатесами. Березнякам продолжает гостить выставка «Икра и рыба камчатская». Заглянем? Чевыча, белорыбица, палтус, нерка, тунец, белуга. Красная икра на выставке «Икра и рыба камчатская». Представлена только натуральная продукция, полезная как для взрослого, так и для детского растущего организма. Коптится рыба только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. И если решили купить сразу побольше, смело берите и заполняйте не только холодильник, но и морозильные камеры. Рыба в процессе заморозки не теряет своих вкусовых качеств. Понравилась березняковцам ароматная белорыбица и чевыча. Белорыбица. Вкусно? Очень даже. Будем брать? Заметь, будем. А чем полезно? Чем полезно? Всем полезно, тем более пенсионерам это очень даже. Я белорыбицу взяла и что там еще взяла? Чевычу. Вкусно? Вот я в первый раз взяла. Попробовать помаленьку, да дальше потом уже. В первый день весны порадовать себя, да? Да. Дары Тихого океана, наполненные витаминами и питательными элементами. Особым спросом сегодня пользуется чевыча. Давайте попробуем. Невероятно вкусная, ароматная чевыча может оказаться и на вашем столе. Мясо чевычи содержит множество элементов, полезных для сердца, сосудов, зрения, суставов, мышц, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, природные антидепрессанты, витамины В9, В12, С, Д, Е, фосфор, калий, железо, магний и натрий. Невозможно устоять и перед красной зернистой икрой. Отличное сочетание тонкого аромата, яркого цвета и непревзойденного вкуса для вашего стола. Икра чевычи ярко-красного цвета. Икринки крупные, до 7 мм. Дефицитный продукт высоко ценится среди гурманов. Обладает тонкой оболочкой и насыщенным вкусом. Известно, что этот ценный продукт – незаменимый источник фосфора, улучшающий работу мозга и поддерживающий наше зрение. Вкусное и полезное угощение вы можете попробовать и купить на выставке дальневосточных деликатесов. Выставка «Икра и рыба камчатская» гостит в Березняках в торговом центре «Мелодия» до 5 марта включительно. Приходите и убедитесь в качестве лично. Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.